11 января. Канализационные речки так и течет. Никакие работы, обещанные за 2-3 дня, пока не производятся. Где-то везде туалетная бумага, салфетки. И это все течет канализация. Просто чистая канализация. Было сказано, что это временно, на 2-3 дня, неделю максимум, чтобы справиться с проблемой. Но как прорыли, так оно и брошено. Напоминаю, 11 число. Произошла замена. Основной поток переведен на ливнёв. Фу, запах. Ливнёвую трубу перевели на канализацию. Отсюда всегда текла чистая ливнёвая ливнёвка. Просто чистые источные воды. Вот она идет наискось. И вот тут выходит. Как был сток в море, так и остался. Что опять течет канализация на набережную. Затекает опять парусную школу детскую. Бумажки, салфетки, какашки. Вот здесь у нас из-под плит всегда тек чистый родник. Никогда ни бумажка, ни какашка, ничего здесь не плыло. Теперь здесь, пожалуйста, все фекалии, все в море. Теперь здесь, по дороге и под контейнерами. Везде течет.